Как еще вы видите человека нового времени? Ну, высший пилотаж, если мы возьмем одного человека пока, как представителя человечества, потому что все человечество не пойдет на переход, это 100%, они просто не успевают. Вот. Они идут по своим контрактам. Вот. Но какая-то часть людей обязательно выйдет на развитие, на высокое развитие, и обязательно будут соответствовать. Сегодня люди только обучаются этому. Но я вам хочу сказать, что обучение проходит в очень комфортных условиях. То есть энергия, она, знаете, как животворящая и такая вот мягкая внутри. И хочется все больше и больше действовать. Вот, не знать. Вот я сегодня отучаю людей от знаний. Представьте, набрались всего, весь интернет в их было распоряжение. Всю себя на это, напичкали непонятно чем. А отношения с собой закрыты. Понимаете? Это опять практика. Да, а это не практика, это высокий состав энергии должен быть. Поэтому вы здесь не знаете, а вы здесь получаете энергию для того, чтобы именно раскрыть себя. А там уже вам будет так интересно, потому что внутри весь мир абсолютно перед вами. Но еще хотела представить, поскольку на самом деле в России нет такого места, в которое бы могли прийти люди и развиваться именно в таком направлении, потому что наша идея, и я представляю сейчас Россию, духовная страна, наш, скажем, проект, который лежал уже, знаете, как с 2012 года, и ждал. Я говорю, да, что в России обязательно должно быть именно место такое для места человеческого общения, оно так и называется, объект мирового общения, вот, где бы люди могли, и причем не одно по России, где бы люди могли развиваться, где бы мир мог ехать в Россию за развитием. Вот, поэтому развитие мира России, видите, здесь карта такая. Раньше, наоборот, россияне все уезжали куда угодно, шаманы, буддисты, там еще что-то, все в поисках были, потому что в России на самом деле не было места, где бы могло это место объединить всех свободных людей. Свободный – это человек, который чувствует себя свободным. Это люди совершенно, вот это люди нового образца. Понимаете, да? Время пришло. Конечно, давно уже пришло, еще как 10 лет уже, 11-й пошел. Оно давно пришло. Поэтому вот здесь вот, смотрите, а сейчас картина наоборот. В России все будут ездить только потому, что здесь такое высокодуховное развитие. Вот, и поэтому всем мы предлагаем присоединиться к нашему проекту, учителей, мастеров, которые именно взяли наш вектор, это божественная святая любовь, вертикального развития. Вот. Оно может искажено быть, но у вас есть мастер, который объяснит все-таки, как выйти напрямую, без всяких искажений и тому подобное. Поэтому это очень интересный проект, и мы его рекламируем. Время пришло. И присоединяйтесь, единомышленники и все люди, которым не безразлична, во-первых, своя судьба, да, которую вы можете легко изменить из минуса на плюс. Вот. Судьба своих детей, своей семьи, судьба своей страны, наконец-то, которая опять хочет возродиться из пепла. И она не хочет, а она идет к этому. Поэтому открытие таких центров это очень сподвигнет к большим высоким результатам. Россия великая страна. Ну, для того, чтобы она была великой, человек должен соответствовать этому. Будем учиться. Вот, вот. Вот это уже ближе. Да. Вот. Вы коснулись здоровья. Почему? Потому что первое, что у вас даже по вопросу можно охарактеризовать всегда человека, что у него на первом плане, что у него хромает внутри. Он сразу выдает. Вот я это делаю, знаете, как подсказку даю. Я это делаю на
когда поздравления слушаю, да, последовательно. Да, да, да. Если сказал на первом месте здоровье, значит, у него проблемы со здоровьем. Если он сказал, что высокого развития, значит, у него есть высокое развитие в приоритете. Если он говорит, я вам желаю денег много, значит, у него проблема к деньгам. То есть у него, понимаете, человек говорит то, что у него есть. Говорит, да. Да, конечно, конечно. Поэтому у нас сейчас X для нас сегодня открыты огромные возможности. Именно многие люди не понимают, что прежняя эволюция исчерпала себя. Она просто вот уходит. Как она уходит, интересно, смотрите. Она, новая эволюция сюда идет, потому что есть люди, которые и возглавляют авангард, и есть люди, которые развиваются в этом направлении, именно новая эволюция. А прежняя, она наоборот уходит, отрыв идет. Вот этот отрыв, смотрите, вибрационный, он как раз и говорит о том, что идет смена эпохи. Смена эпохи. Это для точно. Человечества. Есть шансы, значит, если от такое, иначе бы они были вот так рядом, а они уже давно не рядом. То есть локомотив, он уже на себе пробует все вот эти перестроечные механизмы переключения человека, себя с минуса на плюс. И поэтому такая рядом разумная, почтенная, достойная, животворящая энергия. Иначе бы мы не смогли. Вы сколько практиками занимались? Огромное количество? Да, годами. Годами, вот именно. Но никто сюда не пришел освобожденным. Все пришли или с какими-то проблемами, или с какими-то вопросами, или уперлись в потолок духовный и не знают, как дальше выйти, что это. Как будто такое, знаете, впечатление, что кто-то одел крышку такую из стали, и невозможно ее открыть. И, кстати, многие молящиеся люди именно в этой крышке и ходят, они ее открыть не могут, связаться с Создателем. Они просто прямая связь отсутствует, только потому, что очень много нарушений по поводу себя. Вот жертвенность возьмите, да, то есть любого рода чувство вины, любого рода претензий к себе, да, то есть это те эмоции, которые просто останавливают человека в духовном его мире. Они просто его, вот этот вот, говорю, стальная такая штука, она одета, и человек не может пробиться через нее. А оказалось все просто. Войди в свой внутренний мир и начинай разбираться там. Потому что не может человек, говорящий о Создателе, знаете как, не испытывать любви. Если он говорит, значит, он должен действовать, чтобы ее испытывать на самом деле. Это же так, правильно? Да, золотые слова. Вот так да. Вот поэтому мир разделился на говорящих и действующих. И мы именно действующие люди, потому что достигли этих состояний, и, естественно, эволюция, новая эволюция и представление о новом человеке, естественно, у человека сложено. И поэтому столько людей сейчас и звонят, и пишут, да, то есть и готовых и приезжать, готовых и большим изменениям. Но не каждый дойдет, потому что вот этот страх, он как раз, это же сущности. Когда человека еще раз создателем внутри, да, или с высшим разумом внутри, как угодно назовите, он сам с собой сначала внутри. Ему бояться абсолютно нечего. Он знает, как все работает. Так что же вы боитесь-то? Или позволяете вашим сущностям бояться вас? Действуйте по преобразованию этих сущностей. Прекращайте. Чем больше страха в человеке, тем больше сущности. Понимаете? Да, понимаем. Да. Надо работать над собой. Конечно. И в собой, и над собой. Да. И постоянно, постоянно, постоянно. Почему? Потому что именно высокие энергии помогут подтянуться до с низкой прежней эволюции, да, на более высокую. То есть они будут соединяться вот так вот. И локомотив дальше пойдет. То есть человек постоянно растет, устремленный человек.
Будем по вертикали подниматься. Конечно. Все выше и выше. Да. Но основная задача сегодня. А зато как интересно будет, скажите, раскрытие конечно. Себя. То все было закрыто. Всегда человек не знал, откуда взять помощь и как. А сейчас он все видит и чувствует. Вы понимаете? На таких внутренних состояниях человек час икс настал, какой для него будет? Только в плюсе. И у него реальности только в плюсе. У него состояние довольствования – это его основа, залога любви. Понимаете? Вот это высшее проявление человека. Есть же низшие проявления в дуальном мире и высшие. Те люди, которые выбрали идти на реальное просветление, естественно, они должны соответствовать. Учиться, учиться. Конечно, всему учиться. Абсолютно всему учиться. И быть в этом не только где-то, когда-то или что-то, а именно каждое мгновение жизни. Самое важное, мы формируем свое будущее. И какое оно будет, полностью зависит только от нас. Но никак, ни от президентов, ни от семьи, никак ни от кого, ни от коллег, ни от удачи. Удача, потому что это любовь. Вот вся удача. Вот таким и будет человек новым временем. Да, но я могу еще охарактеризовать, это человек, который уже живет без хотелок и желаний. Это человек, который, сейчас объясню, давайте на какие-то низкие этапы еще, он будет жить на уровне мысли. То есть он активизирует материальный мир на уровне мысли. Все, что ему надо, да, все, что ему надо, ему все принесут. Вот первое время, конечно, тяжелее с собой работать, но обязательно мастера рядом, и они всегда будут подсказывать. Конечно, он как вот так вот раз ручками и, знаете как, и подтолкнет. Иди, Лида, иди быстрее. Это настолько важно и приятно учиться. Конечно, но мы друг другу мастера и учителя, поэтому каждый из нас растет. Вот. Но мы все-таки говорим сегодня о высоком развитии и все-таки о новом человеке, который будет развиваться сегодня на территории России, которые будут центры на территории России, которые именно весь мир будет ездить в Россию. И не будет вражды, и не будет, вы думаете, каких-то склок и непоняток. Вы что думаете, что любого рода внутреннее разрушение принесет процветание какой-то стране? Ничего подобного. Кроме разрушения и опущения, я уже говорила, все-таки мало кто понимает, как работает, именно технически даже, как работает точка невозврата. А в точку невозврата человек попадает именно по своему эго. Но он должен опуститься вот сюда, чтобы выйти вот сюда. Он должен переродиться здесь, внизу, принять решение и вот сюда выскочить, как пробка из бутылки. Понимаешь? Вот это вот и называется. Но многие именно в этой точке сегодня варятся. Вот так вот варятся. Боятся, злятся, не принимают. Это все низкие миры прежней эволюции. И, конечно, любая наша программа, она направлена на то, чтобы человек все-таки осознал и принял решение. Все действую. Да. Все с нас начинается. Каждый человек будет развиваться, и весь мир на нашей стороне будет. Ну, это чуть-чуть другая программа, но все равно. Пусть у каждого из нас сейчас X пойдет только с высокой скоростью, да, и с высокой степенью эволюции. Дорогие наши слушатели, спасибо огромное, что вы смотрите. Учиться будем вместе, вместе будем развиваться. До следующих программ. Всего доброго.